Всем привет. В общем, хочу рассказать один смешной баг. Это версия 1.3.1. Ну, не последняя, но 1.4 вроде последняя. Короче, неважно. Собрал ну, это я для демонстрации эффекта. Собрал тележку. Вот такого рода. Никаких двигателей, ничего тут нет вообще. Вот этот, как он, кабина, железяки и колеса, которые просто колеса, которые ролики. Значит, ставим на тормоз, показываю, никакие читы не включены, чтобы без подозрений было. Значит, выхожу из кабины, так, почему она на тормозе едет, обалдела что ли совсем? Выхожу из кабины и пошел. Не пошел, а побежал. Смотрите, что происходит. Тележка катится в ту же сторону. То есть Джабадай, собственно, в роли двигателя выступает. То есть я бегу, но он шагом тоже ее толкает, но медленнее. Такое может быть. Это нарушение законов всех. Как? Он не может. Прикиньте, в поезде так. Пошли вы в ресторан, а поезд это со скоростью там 100 км в час движется, например. Вы в ресторан никогда не дойдете. Ой, блин. Вообще очень забавный такой баг. Ну, это не баг, наверное, а свойство физики. То есть можно ехать в эту сторону, можно обратно поехать сейчас. Поехали обратно, ну нахер, вот. Тут он бежит, тележка едет. Поворачивать можно, вот я в угол забился, вот он поворачивает в эту сторону. Если в этот угол забьешься, он в другую сторону начнет поворачивать. Зачем двигатели? Господи, вот он, двигатель живой, бежит. Вообще, с этим багом можно что-нибудь даже придумать. Вот он не может догнать тележку. Это вообще забавно, вот он. Вот если я его чуть-чуть сюда, вот поезд движется, он в ресторан идет. Вон. Или в сортир, например. Приспичило такое. Владивосток, Москва, например, да, поезд. Он. Сортир, хочу, пустите меня в сортир. Что будет, если прыгнуть, правда, ну-ка. Ну, прыжками, если только. Прыжками можно. То есть земли он не касается, видно, да? Тут ничего нет. Ой, блин, ребята. Мексиканские обезьяны нас пытаются в заблуждение ввести, по-моему. Мексиканские мартышки. Я сегодня увидел ролик один про КСП. Оказывается, ну, я, правда, потом читать не стал. Просто посмотрел, так там разработчики-то мексиканцы, что ли?
Ну, они там что-то шпрехают по... Как там язык-то мексиканский. Все, устал. Выдохся. Эй, парень, вставай. Не пойду никуда. Встать охота. Все. Он, по-моему, прилип. Нервное истощение вообще. Вставай, парень. Вставай, дружище. Ты лучший, вставай. Все она катится-то. Все на тормозе все равно катится. Ну, в общем, вот. Что я вам хотел рассказать. Что, бля? Что происходит вообще? О, очухался. Отпустила. В горку не могёт. А, не могёт. Отбежать просто. Давай, 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 давай. Давай, ты сможешь. Или нет. Ладно, не буду изразить. Насиловать парнишку. Побегу в эту сторону. Давай, давай, давай. Давай, дружок. Давай, ты почти у цели. Во. Норм. В общем, что сказать. Барон Мюнхгаузен. Белка в колесе. Такой вот занятный баг. Всем пока.